Кезекті үкімет отырысының қорытындысы бойынша брифингті бастаймыз. Коллеги, добрый день. Начинаем брифинг по итогам заседания правительства. Спикерлерді таныстырып өтейін. Қазақстан Республикасы көлік министрі Марат Қарабаев және Қазақстан Республикасы экология және табиғи ресурстар министрі Ерлан Нысанбаев. Қош келдіңіздер. Әріптестер, сауалдарға кезек бермес бұрын естеріңізге сала кетейін. Брифинг уақыты 1 сағат. 1 сағаттан соң аяқтаймыз. Сондықтан 2 сұрақтан асырмауларыңызды сұраймыз. Коллеги, время брифинга ограничено. Просьба задавать не более 2 вопросов. Жанар Сердалина, выясните, пожалуйста. Здравствуйте. Марат Кармжанович, можно к вам вопрос? Вы сейчас выступали на заседании и сообщили, что 6 иностранных авиакомпаний в будущем году заходят на наше небо. Вы можете назвать, что это за авиакомпании и будут ли у них регулярные авиарейсы? Безусловно, регулярные авиарейсы будут. Будут 6 авиакомпаний. Это мы упомянули, что Low-Coster, AirAsia, еще 2 китайские компании. Вот эти компании. Понятно. Хорошо, спасибо. Но регулярно обязательно. То, что мы говорим, мы не ведем речь о чартерных. Все они обязательно регулярные. А примерно в какой половине, как там по графику? По графику начинается с марта месяца. Хорошо. Здесь очень важно, знаете, даже другое. Вот мы на что обратили внимание? Здесь то, что наконец-то у нас вступило в силу полный весь спектр услуг 5-го режима открытого неба. То есть, что он подразумевает? Любая авиакомпания, когда, допустим, прилетает в один город Казахстана, он обязан вылететь обратно в город, откуда приземлился данный самолет. А вот 5-я степень, которую мы сегодня сняли, все ограничения, он что подразумевает? То, что мы сегодня показали, с Куала-Лумпура прилетает в Алмату, с Алматы дальше вылетает в город Джидда. То есть, не обязательно с пункта отбывания, а в другой пункт. Вот это и есть настоящая 5-я степень. Это первый прецедент. Замечательно, хорошо, спасибо. Это, безусловно, поможет тому, чтобы дальше и конкуренция была, ну, соответственно, повлияет на снижение стоимости. Угу, хорошо, спасибо. Ирики, у меня теперь к вам вопрос. Сегодня вот тема стихийные свалки и так далее. Как вы думаете, почему у нас не становится меньше мусора? Не хватает мусорных контейнеров или все дело в человеке? В его, скажем так, безалаберности, иногда таком потребительском отношении. Как вы думаете? Могу сказать, что на самом деле сегодня нам надо совместно с местным структурным заниматься очень системно этим вопросом. Вот. И для этого сегодня акиматы разрабатывают программы по управлению твердобытовыми отходами, которые в первую очередь позволят оценить текущее состояние, начиная от, значит, сбора, кончая до утилизации. Что мы имеем в виду? Сбор, сортировка, вывоз, сортировка, переработка и оставшаяся часть утилизации. Вот сегодня не во всех регионах, в общем-то, все звенья вот этой длинной технологической цепи как бы выровнены. И поэтому сегодня мы рассмотрим вопрос о приведении порядок вот именно всей технологической цепочки. Это очень важно. Кроме того, мы уже, как я уже говорил, сформировали пул 200 миллиардов тенге на 3 года. Именно целенаправленно будем и расходовать эти деньги на, значит, твердые бытовые отходы, то есть на ее сбор и последующие по всей цепочке и утилизацию. Проблемы полигонов также сегодня очень важно. Понять, что 3018 у нас сегодня полигонов есть. К сожалению, всего более 600 только, значит, они как бы соответствуют требованиям экологического кодекса. Тем не менее, здесь сегодня мы рассматриваем, недавно у нас был разговор в Восточном Казахстане в рамках заседания комиссии по ЦОР. И, в принципе, сейчас с коллегами будем обсуждать, вот буквально неделю тому назад, возможность подготовки типовых проектов для малых населенных пунктов. То есть сегодня мы будем более активно и системно заниматься этой проблемой. Рахмет. Рахмет Жанар. Кристина Колосовская, Бесмедиа, пожалуйста. Здравствуйте. Мой вопрос министру транспорта. Если Air Astana меняет борт на Fly Astana,
Должны ли возмещать разницу билета в эконом-классе? Являются ли эти случаи нарушением прав потребителей? Ведь билеты на материнской компании дороже. И на что может рассчитывать пассажир? А также почему Air Astana говорит об отсутствии компенсации, хотя борт различается по уровню комфорта? Спасибо большое. Мы недавно, когда с Усть-Каменогорска обратно летали, сталкивались с аналогичной ситуацией. Что касается стоимости, возмещения стоимости, давайте начну с того, для чего это делается. Когда у Air Astana возникает проблема с бортом, для того, чтобы минимизировать вот этот срок ожидания, они используют другой борт, то, что у них доступно. Вы знаете, что Fly Astana входит в структуру Air Astana. То есть они пользуются своим дополнительным самолетом. У Fly Astana имеется один из бортов. Первый. Второе. Разница в билетах не возмещается. Объясню, почему. Первое. Это кресло-мест, сами кресла, такого же удобства в эконом-классе, что в Air Astana. Второе. В таком случае, вот когда меняют борт с Air Astana на Fly Astana, Fly обязательно обеспечивается питание. То есть Fly Astana питание обычно платное, а когда борт меняют, питание полностью обеспечивается. То есть тот уровень комфорта, который предназначен для Air Astana, он обеспечивается для эконом-класса. Для бизнес-класса, поскольку у Fly Astana нет бизнес-класса, поэтому стоимость, разница в цене, она возмещается. А что касается, на что могут рассчитывать пользователи? Пользователи могут рассчитывать на 3% от стоимости за каждый час задержки. Хорошо. Второй вопрос. Как изменится субсидирование общественного транспорта в 2024 году и какие категории будут субсидировать? Субсидировать какие категории? И как изменится вообще субсидирование? В целом, смотрите, правила субсидирования, они урегулированы, то есть они отданы в компетенцию местных исполнительных органов, а именно даже не самих акиматов, а маслихатов. То есть каждый регион самостоятельно практикует правила субсидирования. Допустим, если по категориям идти, Астана практикует, что субсидирует школьников проезд. А другие регионы данный механизм не субсидируют. Недавно в Шымкенте были. Шымкент говорит, что поскольку количество учащихся очень большое, поэтому их бюджет не позволяет субсидировать. Это первое. В целом объем субсидий ежегодно растет. Я хочу вернуться к вопросу субсидирования. С какой точки зрения? Вообще субсидирование начали за последние несколько лет. К сожалению, это резко растет. Но с другой стороны, это позволяет обновлять автобусный парк. Если помните, в начале года у нас было количество автобусного парка по стране 10 500 единиц. Износ был 49%. В этом году, если считать и частников, за счет того, что правило субсидирования позволяет субсидировать и возмещать свои расходы частным перевозчикам, было выкуплено 1700 единиц автобусов. 1200, о чем мы опубликовали, это за счет механизма Фонда развития промышленности, о чем было в средствах массовой информации, 1255, по-моему, единиц. Плюс 500 – это частники. В общем количестве 1700 единиц в этом году обновление было. Это примерно 17%. Это рекордный процент обновления за последние годы. Все это позволено благодаря механизму субсидирования. Это первое. Второе. За счет этого износ у нас с 49 до 33% снизился. Это вот второе. А что касается каких категорий, каждый регион самостоятельно определяет, исходя из возможностей своего бюджета, и утверждает его маслихатами. А что касается конкретно изменений, мы ряд изменений делали. Они уже то есть они не с 24 года функционируют, они уже функционируют. Это было такой общественной где-то 4 месяца работы с регионами. Допустим, был механизм, что чем больше амортизационных расходов было учтено в схеме субсидирования. Вот такого рода изменения были, и они действуют, они в 2024 году не меняются, они уже функционируют. Хорошо, спасибо. Благодарю. Рахмет Кристина, Женя Оранкаева, прескизать, пожалуйста. Добрый день. Первый вопрос у меня к господину Карабаеву. Видели ли вы новости о задержках, которые были вот на этих праздниках? Там поезда у нас замерзли. Свыше 22 поездов опаздывали на более чем 27 часов.
Также не так давно депутаты Сената поднимали вопрос бардака, который творится на грузовых перевозках железнодорожных, в частности по транзиту, что там лоббируют интересы определенных групп, и другие участники рынка не могут зайти туда. Вот скажите, пожалуйста, у нас господин Сауранбаев более 2 лет возглавляет КТЖ. Не пришло ли время ставить вопрос об его отставке, потому что с момента его прихода и за эти 2 года каких-то кардинальных решений не было принято в сфере КТЖ, и по вашей ответственности, какую вы готовы нести ответственность в сфере железнодорожных перевозок, учитывая, что в зимнее время года для нашей страны это особо важные перевозки? Спасибо большое за вопрос. Если касается моей личной ответственности, я уже до этого тоже говорил, первый руководитель отрасли несет за все, что происходит в отрасли, персональную ответственность. Мелочей не бывает, это первое. Второе, что касается именно грузовых перевозок, задержек, которые в этот раз были, да, были задержки в южных регионах, но и погода была аномальная. Да, действительно, 22 грузовых поездов, 35 пассажирских поездов задержки были. Но это аномальные погодные условия. И они были устранены с помощью тех же сотрудников КТЖ, куда были задействованы 2200 человек, именно в устранении 9 единиц техники. Вы поймите, там же снегом замело. Это у нас было и в автотранспортной отрасли. Простите, снег для Казахстана – это аномалия разве? У нас зима каждый год приходит. Почему вы это аномалией называете? Аномальные погодные условия действительно были. Речь не только о снеге идет, речь идет об уране, речь идет о нулевой видимости. Минус 40 было, к примеру, для южного региона. Это действительно аномалия. Видимость была нулевая, это действительно аномалия. Порыв ветра 40 метров в секунду с отдельных перевалов до 70 метров – это аномалия. Но они были своевременно устранены. Это погодные условия. Для чего техника работала, чтобы устранить эти неполадки? Они были устранены. Это первое. Второе, что касается транзитных перевозок, о чем вы говорите, о лоббировании интересов. Транзитные перевозки в целом по Казахстану в этом году рост идет на 20% и достигли 25 миллионов тонн. Показатели положительные. По отставке Сауранбаева скажите, пожалуйста. По? Отставка Сауранбаева. 2 года человек находится на посту, но... Вы за 2 года что оцениваете в железных дорогах? Если я говорю, в текущем году, допустим, общий в целом рост перевоз составляет примерно плюс 5%. В транзите я вам конкретно цифру сказал, что уже за 11 месяцев 25 миллионов тонн, и рост идет на уровне 20%. А те проблемы, которые в КТЖ имеются, они накопленные годами проблемы. И для этого системно и КТЖ, национальный оператор, и вместе с министерством меры принимаются, о которых, я полагаю, что вы очень хорошо знаете. Мы уже неоднократно говорили, что у нас износ вагонного парка составляет свыше 60%. И именно поэтому сказали, что в этом году 3000 новых вагонов заключились. Износ пассажирского парка, мы уже говорили, что тоже износ больше 50%. Именно поэтому в этом году 64 единицы пассажирского парка купили. Износ локомотивной тяги, которая действительно, я не отрицаю, летом, летный период, были проблемы. Но это не транзита. В основном наши экспортные объемы были. Поэтому проблема была с отсутствием локомотивной тяги. В этом году было закуплено 114 единиц локомотивной тяги. Вот эти вопросы ход за ходом решаются. То есть вы, как глава Минтранспорта, оцениваете работу Сауранбаева на хорошо и считаете, что он справляется со своей задачей? Я как глава Минтранса оцениваю деятельность казахстанских железных дорог и говорю, что проблемы, которые накоплены, они годами накоплены, но они шаг за шагом решаются. Рахмет Жене. Назымгүл Кумыспаева, хабар. Здравствуйте всем. Ерлан Нуралиевич, у меня вопрос к вам. Казахстанцы постоянно возмущаются по поводу утиль сбора на автомобили, просят либо его вообще убрать, либо его снизить. Тем не менее, в следующем году, с 2024 года, он у нас повышается. Скажите, пожалуйста, куда направляются деньги, полученные вот утильсбором, и есть ли у нас предприятия, которые утилизируют автомобили?
Так, во-первых, откуда у вас такая информация, что оно повышается? Оно не повышается, это раз. Во-вторых, нормативно-правовой документ по размеру сбора тарифов, он еще не утвержден, в настоящее время находится на согласовании в государственных органах. Вот после перехода РОП в лоно государства, сегодня мы занимаемся внесением изменений в законодательную базу и нормативно-правовую. И вот в том числе сегодня, если тарифы были утверждены в условиях частной компании, сегодня мы пересматриваем, но речи о повышении нет. Но он же подвязан к МРП. МРП у нас увеличивается там на 280 тенге, получается. Новый, извините, это закономерный процесс, и поэтому как таковой, вот физически, мы ее не повышаем. Марат Камбежанович, у меня к вам теперь вопрос. В этом году несколько раз Air Astana оштрафовывали за то, что они повышали цены, взимали топливный взнос с казахстанцев. У меня вопрос такой. Вот оштрафовали Air Astana, государство получило эти деньги там, в миллиардах. А что казахстанцы? Они же, их же кошельки опустели, покупая дорогие авиабилеты. Как-то они могут обратиться в профильное министерство и потребовать вернуть ту комиссию, которую они переплатили? Которую переплатили? Имеется нет, в виду... такой вопрос не рассматривали и на повестке не стоит. То есть, получается, штраф оплачиваем Air Astana мы? Ну, там речь о миллиардах не идет. И штрафы были за задержки. Если речь идет о проверочной деятельности, где топливные сборы, ну, топливо, авиакомпании, да, продажи топливом занимаются. Жанель Хамидзян, Первый канал Евразия, пожалуйста. Добрый день, у меня вопрос к министру экологии. Вы только что в своем докладе говорили о том, что будете увеличивать штрафы за выброс мусора в неположенных местах в два раза, да? Расскажите, прям перечислите для обычных казахстанцев, сколько это, и для представителей бизнеса. Здесь вопрос стоит как? В основном это касается, значит, вывоза мусора на несанкционированные полигоны. Дело в том, что сегодня человек, который имеет грузовой транспорт, он нанимается любому жителю, у кого есть, значит, частное лицо, домовладение, или, скажем, подряжается под вывоз мусора, там, строительного мусора после ремонта и так далее, и вывозит его не в установленное место для сбора мусора, а где, куда хочет, просто где попало. То есть вот в отношении таких людей, представителей бизнеса, скажем так, малого бизнеса, мы предусматриваем сегодня повышение размера штрафа. Заходим в значит, КОАП, Кодекс административных правонарушений. И мы считаем, что это надо делать. Почему? Сегодня вот мы докладывали, мы сегодня отслеживаем количество этих частных или, скажем, несанкционированных свалок через космос, да, через Казахстан, Араш-Сапара. Мы имеем очень точные данные, и мы видим, что практически государство тратит деньги на то, чтобы их вычищать. Что такое несанкционированная свалка? Это вот один борт, скажем, одна машина мусора лежит где-то за окраиной населенного пункта. И поэтому вот в этой части я уже говорил, что 5800 свалок, из них вот 80% сегодня как бы полностью убрали, но тем не менее динамика появления новых, оно не отличается из года в год, и поэтому здесь нам приходится уже принимать более жесткие меры. А можно к цифрам подробнее, пожалуйста, вот именно для казахстанцев сколько это и для бизнеса? Вот те же самые случаи, когда строительный мусор, да, люди выносят, не вывозят куда надо, давайте, да, так, оставляют вот, во дворе. Если мы говорим, что от 50 МРП до 100, вот считайте, если сегодня у нас 3600, 50, это сколько будет? 175-180 тысяч. Вот повысите на 100, это уже получится у нас, пожалуйста, 360 тысяч. А вы говорите, мы контролируем. То есть кто следит за тем, что вот, допустим, появление новых
Ну, космомониторинг, да, вы про это уже сказали. Я про те случаи, когда, допустим, люди выносят во двор строительный мусор. Кто пресекает такие факты, кто вообще следит за этим? Это уже немного, да, другая тема, кто следит. Это компетенция местных соторганов. Сегодня есть нормативы, по которым, значит, определены площади под строительный мусор. Например, по городу Алматы 12 квадратных метров, и они должны обеспечить местные органы в инфраструктуре, скажем, вот, значит, прилегающей территории. И население должно строго, значит, собирать мусор строительный, скажем, там. Есть нормативы. Но это уже прерогатива или, скажем так, компетенция местных органов. Рабига Дюсенгулова. Вы не ответили, сколько у нас предприятий занимаются утиль сбором автомобилей? Есть ли у нас вообще такие предприятия? Утилизация, скорее всего. Да, утилизация, да. На сегодняшний день по легковому, высшему из эксплуатации легковому транспорту занималось предприятие в Караганде. Мы сегодня занимаемся, то есть оно передано в комитет по госимуществу, сегодня решается его дальнейшая судьба. У кого она будет? Рабига Дюсенгулова, Тенгриньюс. Здравствуйте. У меня вопрос, возможно, это к обоим спикерам. В октябре этого года в Управлении охраны окружающей среды и природопользования Астаны предлагали ограничить въезд в столицу автомобилям на бензине и дизеле с высоким выбросом загрязняющих веществ. Хотелось бы узнать, есть ли сейчас какая-нибудь информация, каким автомобилям может быть запрещено, какие категории конкретнее? Я впервые слышу. Во всяком случае, это тоже как бы в компетенции местных соторганов. Да. У них имеются нормативно-правовые акты местного значения. Скажем, Алматы у них есть своя с учетом специфики. Поэтому я от вас слышу, что ограничивают въезд транспорту в город. Это было просто предложение, я думала, может быть, вы в курсе. Мой второй вопрос по поводу льготного автокредитования по 4%. Сейчас есть информация, что БРК по-прежнему выделяется 82 миллиарда, по-моему, ежегодно или около того. И как сейчас казахстанцам получить этот кредит, автокредит по 4%? Он, может быть, как-то объявляется, каким банком, какие условия? По первому вопросу, который вы озвучили, о том, чтобы запретить въезд, думаю, предложение осталось на уровне предложения. Никаких обсуждений на эту тему не было. И в целом физическая реализация этой нормы будет достаточно тяжелой. Учитывая, что у нас в основном транспорт средства на бензине. Первое. Второе. Вопросами в целом льготного автокредитования занимается Министерство промышленности и строительства. Но по памяти скажу следующее. Деньги в свое время были выделены 82 миллиарда из республиканского бюджета и из нацфонда четырьмя разными траншами. Общий объем 82 миллиарда. Эти средства, поскольку они выделены по разным срокам на 15, на 20 лет, револьвер, на который возвращается, по ним, да, действительно, выдается 4% кредит. Эти деньги, насколько я помню, были 5 операторов банков. Евразийский банк помню, по-моему, Халықбанк еще помню. Но полную информацию вы можете получить у Банка развития Казахстана. Там, по-моему, ежемесячно определенная сумма возвращается. И это, на эту сумму, да, действительно, есть механизм такой, существует. Спасибо. Рахмет Рабина. Алина Шашкина, Тенгриньюс, пожалуйста. Добрый день. Мой первый вопрос к господину Карабаеву. Он связан с крушением самолета Бек Эйр, которое произошло почти 4 года назад. В этом году будет 4 года, вот 27 декабря. Мы недавно обращались в МВД. Нам сообщили, что Казахстан обратился за помощью в страны Африки. Вот вы, как министр, курирующий сферу транспорта, можете сказать, почему расследование длится так долго? И не могут ли дело закрыть за истечением срока давности? В страны Африки Казахстан не обращался. Расследование завершено. Вы говорите о расследовании... Тимур Калдыбаевич. У нас здесь профильный.
У нас что расследование? Пожалуйста, Тимур Калдыбаевич. Дополните, пожалуйста, если я ошибаюсь. Тимур Тлегенов. В целом вопрос по расследованию БКР завершен. В отношении вот то расследование, которое проводилось нашим ведомством, нашим министерством. Есть другое расследование, в рамках которого еще расследование идет. Там, насколько нам известно, оно еще в процессе. Запрошена соответствующая документация у иностранных государств, где данное воздушное судно было эксплуатировалось. Да? Как только информация поступит от иностранных наших коллег, данное расследование уже сможем полноценно рассмотреть и завершить, принять какие-то соответствующие меры. Пока. Тимур Калдыбаевич, а другое расследование кем ведется? Министерство внутренних дел? Министерство внутренних дел. Хорошо. Тогда, я полагаю, Алина, нужно будет у них уточниться. То есть на каком этапе находится. То есть африканская страна – это бывшая страна-эксплуатант, да? Да, то есть хорошо. В этих странах данное воздушное судно, у авиакомпании этих стран было эксплуатировалось данное хорошо. Воздушное судно. Хорошо. Спасибо. Рахмет, Алина, у вас все, да? Пожалуйста, следующий вопрос. Второй мой вопрос такой довольно насущный, он связан с погодными условиями к министру экологии. Мы все знаем прекрасно об изменении климата, которое сейчас происходит во всем мире. Сейчас сами наблюдаем, да, ноябрь был очень теплый, можно сказать, аномально теплый, начало декабря тоже, сейчас прошли морозы, снова тепло. Вот можете ли вы дать какой-то прогноз, к чему готовятся казахстанцы в ближайшие годы, и что сейчас делает Казахстан для того, чтобы избежать экологической катастрофы? Хорошо. Как вы знаете, вот буквально недавно, с 1 по 12 число в Дубае прошла конференция рамочной конвенции ООН по климатическим изменениям. И мы на этом мероприятии глава нашего государства заявил о присоединении к глобальному обязательству по снижению парниковых газов. Кроме того, мы с 2016 года являемся стороной Парижского соглашения, где взяли безусловное обязательство о снижении выбросов парниковых газов на 15% до 2030 года. От уровня 90-го года. Мы все знаем, что сегодня Казахстан, в Казахстане 80% выбросов парниковых газов, около 80% выбросов парниковых газов, это относится к энергетике. Мы все понимаем, что вот сегодня мы сидим в тепле, и, конечно, это связано с использованием ископаемого топлива. Да, исторически у нас оно так сложилось, но, тем не менее, сегодня мы предпринимаем шаги, чтобы выполнить свои обязательства и идти в общем тренде мировом на снижение использования ископаемого топлива. Что это означает? Недавно вот на полях КОП было подписано 3 межправительственных соглашения по строительству ВИА, то есть возобновляемых источников энергии. Это в данном случае там, вопрос идет об ветряных и солнечных на 3 гигаваттов. То есть это огромный объем, это один из шагов. Во-вторых, сегодня мы рассматриваем вопрос по энергосбережению и энергоэффективности. В этом году принята концепция по переходу к режиму энергосбережения и повышению энергоэффективности. То есть все эти меры, они, конечно, как раз-то и приведут нас к возможности снижения выбросов парниковых газов. Вот где-то так. Уточните, пожалуйста, какого топлива придется отказываться, чтобы избежать последствий плохих? Поэтапно, конечно, это ископаемое топливо. Какое? Это уголь, в первую очередь. Да. А что делать, чем заменять его? Что? Чем его заменять, если от него заменять, отказываться? Значит, это что? У нас менее, скажем, вредно. Это газ,
конечно, хотя тоже. Но, во всяком случае, это и надо рассматривать вопросы, касающие и атомной энергетики. Может быть, сейчас бурно обсуждается, но в любом случае есть очень много, значит, вариантов по переходу на, значит, экологичных технологий по получению энергии. Поэтому Казахстан сегодня в этом направлении двигается. Есть обязательства, и мы их будем придерживаться. Прогноз вы, сейчас, извините, прогноз вы не дали. Казахстанцам чего ожидать? По изменению климата? Вот такая погода у нас хорошо, будет давайте постоянно так. Теперь, да? Уже сегодня вы видите, что климат изменился. Вот вы сами сказали. И, конечно, это процесс можно будет остановить, как вот оценивают специалисты, если мы оставим изменение климата или повышение температуры воздуха на планете Земля не более 1,5-2 градусов. И сегодня весь мир, во всем мире есть понимание того, я вот когда участвовал на этом мероприятии, впервые участвовал и почувствовал, насколько сегодня государство, их участвовало около 200, понимает, что эта проблема несет угрозу вообще существованию самого человечества. И поэтому мы, исторически имея огромные объемы использования ископаемого топлива, мы должны очень аккуратно двигаться в этом направлении, но при этом обеспечив устойчивое развитие нашей экономики. Айша Кутубаева, пресс-кизет, пожалуйста. Здравствуйте. Вот Марат Каримжанович, у меня к вам вопрос. В своем докладе вы отметили, что дефицит авиатоплива составляет около 300 тысяч тонн в год. Этот объем вы планируете импортировать в том числе из Китая. Однако авиатопливо ведь можно производить и в Казахстане. Все три казахстанских НПЗ прошли модернизацию и могут производить авиатопливо по стандарту JET-A1. Да? Но сейчас авиатопливо отпускается по стандарту TS-1. Для полного перехода на JET-A1 должна быть подготовлена вся цепочка оборота. Да? Вот как мы выяснили, от вывоза с НПЗ до крыла самолета с аккредитацией по международным стандартам. Но у нас нет необходимой инфраструктуры. Вот почему? Вы также отметили в докладе, что переориентация производства отечественных заводов на производство топлива JET-A1 не приведет к значительному увеличению объемов авиатоплива. Это опять-таки из-за отсутствия инфраструктуры или же из-за чего? Можете этот момент более подробно прояснить? Спасибо. Первые 30 тысяч, которые мы сейчас импортируем, вид топлива TS-1, мы его импортируем с Российской Федерации. Это первый момент. Второй момент. Мы говорим, что да, сейчас у наших отечественных нефтеперерабатывающих заводов есть возможность переходить на JET-A1 сейчас. Займет 3-4 недели, то есть переходит на другой модель. Но объем от этого не увеличивается. Первое. Второе. Для авиакомпании разницы нету, TS-1 или JET-A1. Разница... Даже наши, которые к нам прилетают сейчас, авиакомпании, даже в БАТе борта могут использовать как TS-1 и как JET-A1 совмещать могут. Они же прилетают, используя в Европе JET-A1, а у нас дозаливают бак TS-1. Разница только в условиях хранения. То есть TS-1 более морозостойкий, чем JET-A1. Вот разница в чем. Теперь, почему не переходим? Первое. Производство JET-A1, стоимость его будет дороже, чем TS-1. То есть это в конечном итоге повлияет на стоимость авиабилета, на стоимость оказания услуги. Второе, да, инфраструктура именно хранения еще не готова, чтобы сделать JET-A1 хранить. Теперь мы что говорим? Аэропорт Алматы сейчас проводит модернизацию своего хранения и его делают именно условия хранения под JET-A1. Планирует его импортировать с Китайской Народной Республики. Он ежегодно потребляет где-то 250 тысяч тонн. Тогда мы сейчас, который аэропорт Алматы потребляет, мы этот объем полностью будем направлять на другие рейсы, которые сейчас импортируем 300 плюс наши 700. Таким образом, мы к имеющимся миллион, который сейчас имеем, 700 тысяч нашего производства, 300 тысяч импорт, к нему плюс импорт 250 добавляем. Поняла. Спасибо большое. Рахмет Айша. Достаточно ответил? Исчерпывающе? Коллеги, спасибо. У нас 20 минут, пожалуйста. Вот у меня по этому же вопросу уточняющий. Получается, импорт авиатоплива из Китая. Почему именно выбрали именно этот рынок? И поподробнее можете рассказать об авиатопливе? Нет, смотрите, здесь же не такой вопрос, что почему именно этот рынок выбрали. Аэропорт Алматы, его перевозка тоже занимает
И географически самые близкие в городе Урумчи имеются 3 нефтеперерабатывающих завода, у которых имеется достаточный объем для экспорта. Вот поэтому мы говорим, аэропорт Алматы до города Урумчи самая близкая расположенная точка, поэтому они планируют именно с Китайской Народной Республикой. Но это еще не решенный вопрос. Тут же вопросов много. И стоимость его, я уже упомянул, что ТС-1 идет дороже, чем ТС-1. Это первый. Второе, допустим, наши аэропорты в западных регионах, они рассматривают другие страны, которые к ним поближе. Угу. Следующий вопрос. Вот 6 авиакомпаний зайдут на рынок Казахстана. Можете еще раз вот поочередно вот эти 6 авиакомпаний перечислить? И будут ли сейчас у нас в Казахстане внутренними перевозками занимаются 5 авиакомпаний? Эти компании будут заниматься внутренними перевозками? Да, внутренними перевозками не будут заниматься, они только международными перевозками. Внутренними будут заниматься только наши 5 авиакомпаний. Если любая другая авиакомпания хочет внутренними перевозками заниматься, они должны соответствующим образом зарегистрироваться внутри Казахстана и здесь осуществлять свою деятельность как казахстанская авиакомпания. Об этом мы уже несколько раз говорили, что мы с рядом иностранных компаний работаем с точки зрения реализации авиакомпании «Казах Эйр» и создание на его базе крупного внутреннего игрока. Uh-huh. Это первое. Второе, компания, о которой мы говорили, это Китай, с Индии Indigo. Мы говорили Air Arabia, мы говорили Long Airlines и Salam Air. Ну, еще ряд компаний. Uh-huh. Можно вот смотреть в вашем докладе? Это компании, которые 6, которые в этом году зашли. Uh-huh. А я говорил, что в следующем году еще Air Asia впервые лоукостер заходит, используя принцип пятого степени открытого неба. Вот в докладе говорится, 23 авиамаршрута в 9 областях просубсидировали в этом году 6 миллиардов 900 миллионов. В следующем году 8 миллиардов 200 миллионов тенге. Это только вот на 9 областей или это в общем? Нет, расширение. Расширение предусматриваем. Все, спасибо. Спасибо. Рахмет, Саяна. Аян Нурбаев, Усмедия. Жақсы, Марат Мырза, сізге сұрақ. Негізгі сұрағым жаңа әртестерін бір қойып кеттім, мына қосымша сұрақ. Жаңа сіз үкіметте баяндамаңызда Астанадан Нью-Йоркке рейс 2024-25 ашылатынын айттыңыз, бірақ интернет бақтарын қарасақ, бұл мәселе жөнінде 2015 жылы қала әкімі болған Әсет Исекешев айтыпты, 2019 жылы Азаматтық авиация комитетін басқарған Бекен Сейдахметов деген кісі айтыпты, 2020 жылы Эйр Астана айтқан, былайша айтқанда мына уәденің өзінің 10 жылдығын атап өтуге болады екен уәденің. Неліктен Америкаға, мысалы, тікелей рейс ашу келіссөздер жүрмей жатыр ма? Не себеп болып отыр? Жоқ, келіссөздер үнемі жүріп жатыр. Екі себеп бар. Біріншісі, біздің Эйр Астана өзінің тікелей ұшуға мүмкіндігі бар ұшақ сатып алу мәселесі. Ол тиісті Боинг ұшақты сатып алуға келісім шартқа отырған. Және сол ұшағы, өздеріңіз білесіздер, кез келген ұшақты сатып алсаң, ол контрактқа отырғаннан соң ең аз дегенде 3 жыл әзірленеді. Сол ұшағы 25-ші жылға дайын болады. Сондықтан біз 25-ші жоспарлап отырмыз. Қол қойылған, сатып алуға жоспарлап отырған бойын ұшағы. Ол бірінші мәселе. Екінші мәселе, осында тікелей рейс ашқанда біздің сол компания осындағы Эйр Астана америкалық тараптан тиісті сертификация өтуге тиіс. Ол сертификацияны америкалық тараптар өздерінің жаңағыдай тағы да бір компаниялары бар, сол компаниялар келіп сертификация өткізсін деп отыр, ал біздің Эйр Астана өз күшінің есебіне ол сертификацияны өте аламыз деп жоспарлап отыр. Осы екі мәселе. Яғни бірінші сертификация, онда басқа бір қосымша компанияларды тартпай, тікелей Эйр Астана өзіміз сол сертификацияны аламыз деп отыр. Екінші мәселе ұшақтың әзірлену және бізге келуі. Яғни Эйр Астананың ұшағы болады ғой бұл? Иә, ол Эйр Астананың ұшағы болады. А билет бағасы жағынан қандай да бір болжам? Жоқ, әлде ол деңгейдегі тақырыпты ол деңгейде әлде талқылаған жоқпыз. Жақсы, рахмет. Рахмет, Аян. Алена Субботина, Казтаг, пожалуйста. Здравствуйте. Мой вопрос тоже господину Карабаеву. Смотрите, ранее заявляли власти Казахстана, что Эйр Астана отделится от Эйр Астаны, а потом Питер Форест опроверг и сказал, что никакого отделения не будет. Хотелось бы узнать, кто все-таки у нас в Казахстане принимает решение, правительство или вот гражданин Великобритании? В Казахстане решение принимает конкретно в отношении Эйр Астана руководящий состав Эйр Астаны, включая его учредительный состав. Вы хорошо знаете, главным держателем акций компании Эйр Астана является наш национальный фонд «Самрук Казна». Окончательное решение будет принято в любом случае учредительным составом, в том числе с учетом мнения Эйр Астаны. Первое. Второе.
формулировка вопроса о том, что заявляли по одному, а теперь заявляется по-другому, нет, это неправильно. Мы говорили о том, чтобы АЗРК, Агентство по защите и развитию конкуренции, предлагает, чтобы Air Astana вычленили из состава, Flyer Astana вычленили из состава Air Astana, тем самым, чтобы на рынке было больше компаний, и это повлияло на конкуренцию. Мнение экспертов в отрасли, в том числе мнение Air Astana и мнение сотрудников Самрук Казана и нашего министерства, мы говорим о том, что это потенциально может привести к удорожанию авиабилета. Объясню почему. Сейчас, допустим, Flyer Astana работает, он не как отдельное юридическое лицо. Он работает в структуре Air Astana, то есть бухгалтерия одна, обслуживающий персонал одни. Колл-центр один, технический персонал один и база для запасных частей – одна единая база. За счет этого расходная часть сокращается, тем самым есть возможность сейчас его стоимость авиабилета на том уровне, который сейчас есть у Flyer Astana, сохранит. Мы опасаемся чего? В случае отделения именно его от структуры Air Astana, тогда же все это технический персонал другой нужно будет. У Flyer Astana собственно нужно будет иметь. У него 11 бортов, вы хорошо знаете, да? Колл-центр отдельно нужно будет, бухгалтерия отдельно. Отдельно нужно будет иметь руководящий состав. Отдельно нужно будет иметь самое дорогое здесь еще. Нужно будет отдельно иметь базу для хранения запасных частей. Ну и самих запчастей для скорого замены в случае неполадок. Все это может привести к удорожанию авиабилета. Поэтому мы обсуждаем его наличие в структуре Air Astana. Я правильно понимаю, что позиция министерства, вы против отделения, и, скорее всего, отделения не будет? Нет, обсуждаемый вопрос, но я вам сказал плюсы и минусы. Плюсы – это в том, что в целом, когда Air Astana самостоятельно будет развиваться, точнее, Flyer Astana самостоятельно будет развиваться, это повышает на рынке конкуренцию. Минусы – боимся, что приведет к резкому увеличению стоимости авиабилета компании Flyer Astana. Поэтому вопрос... это обсуждаемый вопрос с рынком. Второй вопрос по аэропорту Астаны. Смотрите, уже несколько лет большие проблемы с тем, что аэропорт Астаны не может использовать полностью свой транзитный потенциал. Компании международные отказываются летать в зимний период, потому что очень дорого стоит обрабатывать самолеты от обледенения. Вот эти вот у нас устаревшие оборудования, да, которое этим занимается, и там были контракты, должны были быть поставки вот этого оборудования более такого современного, да. После этого хотели БУ закупить оборудование, да, и в конечном счете отказались от приобретения БУ оборудования, потом уже задерживались подставки, уже отказались от этого нового оборудования. И хотелось бы узнать, вот почему в конечном вот завод GBT он предложил поставить сейчас, да? Кто предложил? GBT завод, который изначально, с которым контракт был, он же предложил поставить сейчас это оборудование от обледенения, но, получается, текущий менеджмент отказался предоставить гарантии и, ну, можно сказать, отказался от этого оборудования. Вот хотел бы знать, почему, кому это выгодно и не откажутся ли арабские инвесторы от приобретения из-за этого? Нет, это чисто хозяйственная деятельность компании аэропорта Астаны, первый. Второй, не думаю, что именно развитие грузовых перевозок связано только с этим оборудованием. Нет. Основной вопрос, который сдерживает развитие вообще грузовых перевозок, это наличие и стоимость авиатоплива. Еще раз повторяю, наличие и стоимость авиатоплива. Но вопрос о технике, которая занимается обледнением, и о его там, новизне, либо что-то старая техника, не стоит. Но вы же знаете, что вот в аэропорту Астаны очень вот дорого от обледенения защищать вот эти самолеты. Дорого по сравнению с чем? Ну, вот для мировых компаний это дорого, раз они отказываются в зимний период летать. Мировые компании несколько раз сообщали о стоимости авиатоплива и о наличии. Наличие можем обеспечить, но стоимость дорогая была. Именно поэтому мы сегодня тоже упомянули, что внутренняя цена, которую мы внутри Казахстана получаем от трех НБС, она достаточно конкурентоспособная стоимость, но на что влияет на авиатопливо, на стоимость авиатоплива, это импортный, который мы с других стран импортируем.
Можно уточнение? Получается, вы говорите, что в аэропорту Астаны нет никаких проблем с... Нет, я так не говорю. Вы почему перефразируете? Ну, просто мне надо точно знать. Нет, вы мне точно сказали, что вся проблема только из-за старой техники. Я вам говорю, не в этом вопрос, не из-за старой техники. Вся проблема, еще раз ответственно заявляю, из-за наличия свободного объема авиатоплива и его стоимости. Теперь я вам отвечаю, что мы собираемся сделать, чтобы снизить стоимость. О чем сегодня тоже было сказано. Из тех стран, откуда мы импортируем, сейчас, когда импортируем, хотим так, чтобы без посредников напрямую заключить договора с нефтеперерабатывающими заводами сопредельных стран, откуда мы импортируем. Рахмет, а если вас конкретно техника интересует, какой компании, давайте попрошу, чтобы дали ответ, почему именно не закупают и чем руководствуются. Хорошо? Нагбай Исмжан, Казахпарат. Қайырлы күн. Бірінші сұрағым көлік министріне. Жаңа сіз докладыңызды айттыңыз, Катонқарағай ауданында Шығыс Қазақстанда әуежай салыну қарастырылып жатыр деп. Жалпы мен өзім Шығыстан болғандықтан білем, Катонқарағай ауданында әкім ауысқан сайын осындай уәде береді, турист тарту үшін әуежай саламыз, халықаралық деңгейдегі әуежай саламыз деп. 2012 жылдан бері осы мәселе айтылып келе жатыр. Сол жылдан бері қандай есеп бар? Қанша жолаушы қатынайтын болады? Ол әуежай салынатын болса, нешінші жылдар салынады, қаржыландыру көзі, көлемі қандай болады, сол туралы айта кетсеңіз. Қаржыландыру көзі республикалық бюджеттен болады, өйткені ол жаңа туристік немесе басқа туристікке арналған бағыт, бірақ әлде бір инвесторлар үшін тартымды бағыт емес. Сондықтан қаржыландыру көзі тек қана республикалық бюджеттен, ол бір. Екіншісі, әлде дайын бір есебіміз жоқ, мен осынша ұшады, осынша болады деген. Жалпы осы жолы барғанда да ол тек әкімнің ауысқанына байланысты емес. Өзіңіз көріңіз, ол реттетімен біз айттық қой, Балқашты реттедік, Үшаралды реттедік, Үржарды реттедік. Бұл жаңағыдай шағын авиация саласы. Соны ретімен енді қатонға да жетіп отырмыз. Міне осы мәселе. Кеше Зайсандыкын шамалы реттеліп тұрсыз ба? Қазір енді Зайсанды, бірақ проблема болып отыр қазір. Енді соның бізде бірінші мақсат Зайсандыкын қазір реттейміз, жаңа ұшу-қону жолағын салу мәселесі, қазір өткені тұрған жерінде ары қарай оны дамытайын десек, өткені ол жақта санитарлық мәселе, басқа мәселе бар. Сол екінші, содан соң жалпы Катонқарағайда қаншалықты туризм дамуына байланысты ақтын-ақты шешім қабылады. Қазір ол жаққа бір компания келіп, жаңағы 5 жұлдызды үлкен жаңағыдай қонақ үй саламын деп жоспарлап отыр. Егер сондай жоспар болса, онда болады. Өйткені Катонқарағайда бізде сол жаққа барып, жазғы уақытта бізде мысалы сол жақтың табиғатын да көргенбіз, жазғы уақытта демалысқа да барғанбыз. Ол былайша айтқанда сезондық бизнес болып тұр ғой, үш ай ғана істеп тұр қазір, жазғы уақытта үш ай істеп тұр. Сондықтан біздің ұсынысымыз, егер шынымен үлкен компаниялар келіп, үлкен қонақ үй салып, жыл бойы істеп тұратын болса туризм, онда я республика барып, республикалық бюджеттен соған ұшу-қону жолағын да салуға, терминалды салуға қаражат бөлуге дайынбыз деп тұрмыз. Жақсы, рахмет. Рахмет. Туристік бағыт дегенде, яғни ол егер ұшақ қатынайтын болса, жаз кезінде ғана қатынайды деген сөз ғой, иә? Жоқ, жоқ, соны айтып тұрмыз ғой. Егер жаңағыдай үлкен қонақ үй салынып жататын болса, онда соны біз жыл бойы қатынайтын деген жоспарымыз сол. Жақсы, рахмет. Екінші сұрағым экология министріне. Осыған дейін сіздерге дейінгі министрлікке мен запрос жіберген кезде мынандай жауап келген. Балқаштың түбіне АЭС салынатын болса, онда Қытайдың ресми келісімін алуымыз керек деген. Қазір біздің білуімізше Өзбекстан Шардараның жанында Қазақстан шекарасының түбінде рұқсатымен бірге АЭС салу бойынша жобаны қолға алып, іске асырғалы жатыр. Қазақстан тарапынан Өзбекстан қандай да бір рұқсат алды ма? Сіздер келісім берсеңіздер, қандай негізде, қандай құжатпен келісім беріңіздер? Және өз пікіріңізді айта кетсеңіз, бұл қаншалықты қауіпті болады, қауіпсіз болады? Жалпы осы мынау бағанағы атом электростанциялары салу бойынша, мысалы бағанағы Шардарада дейміз ғой, олар да бүгінгі әртүрлі варианттарды қарастырып жатыр. Бірақ та олар ресми түрде бізбен мына шекаралас мемлекетпен міндетті түрде бізді жалпы бізге хат жолдап, болмаса бізбен бұны ақылдасады. Сол себептен бізде мысалға өткен жолы бізде қарастырдық қой, әр түрлі жағдай. Сол сияқты бұл нақты шешім қабылданды деп айтуға болмайды Өзбекстанмен.
бір. Екінші енді біздің Балқаштың жағасындағы бұрын не жауап берген мен білмеймін, бірақ бүгінгі өздерің білесіздер әлі шешім қайда салынатыны, әлі болмаса салына ма деген мәселе тұрады. Өздеріңіз білесіздер, қоғамда бұл атом электростанция жөнінде пікір туындап отыр, сол үшін өздеріңіз білесіздер, бүгінгі күнге бұл мәселе аяғына дейін шешілмеген. Өзбекстаннан ресми Өзбекстан, оларда да менің білуімше, олар да со жан жақты қарап атыр. Су керек оған, Сырдарияның бойынан дейді аннан, бірақ нақты шешім жоқ оларда да. Жоқ, олар, егер шарт түрде Сырдария таңдалса, олар ізденуде. Сіздің пікіріңіз қандай, егер Сырдарияның жанында көлде салынатын болса, сіздің пікіріңіз қандай? Оның бәрі мамандар оған баға береді, ол қандай электростанция, қай не, әлгі поколение дейді, қайсы ма, соңғы төртінші ма, үшінші ма, екінші ма, оны мен оған маман емеспін, сол себептен мамандар жауап береді. Сұрағымды нақтылайын, бұл жерде айтып отырғаны Росатомның үшінші, төртінші буындағы Росатомның АЭС-і 1200 мегаватттық және 1100 мегаватттық сол туралы болды. Бұл мәселе жалпы біздің техникалық шешімдер жағынан біздің министрліктің құзыретінде емес. Бұған атом өндіріс комитеті біздің әріптестерде. Сол себептен оған біз сол техникалық шешім қабылданып осылай дегенде біз соның көрсеткіштерін өзіміздің заңға сәйкестендіріп қараймыз. Әзірше оған ешқандай біз жауап бере алмаймыз. Мұрат Арайлым, Казинформ. Планируется ли запустить вновь поезда или же дополнительные вагоны к Новому году, потому что тех, что вы запускали, уже все равно недостаточно? Нет, в целом, смотрите, есть, мы же уже несколько раз говорили, 2100 вагонов пассажирских. Вот это количество полностью будет задействовано. Да, определенная часть на ремонте стоит, но на каждые праздники всегда, всегда готовится полностью техника, дабы чтобы максимально удовлетворить потребности населения. Если у вас конкретно какой-то регион какой-то интересует, тогда вы мне скажите, пожалуйста. Это же такой производственный процесс. Допустим, там 10 вагонов находится на ремонте. И, к примеру, он 27-го заканчивается его ремонтная работа, 28-го он уже может приступить к маршруту. Поэтому вы мне скажите, какой именно маршрут интересует, я вам скажу. Я имею в виду по всем, из Астаны, даже в любой регион сложно найти билеты. Из Астаны всегда, всегда, всегда дополнительно ставится на каждый праздник. Это ежегодная практика, это рутинная работа Казахстан-Теміржолы. Ну вот вы уже запустили один раз, его уже раскупили, снова ли, будут ли в продаже билеты новые? Хорошо, давайте уточним, планируется ли дополнительно. Куда запустили? Алматы? Ну, какой регион интересует, скажите? Вот в Алматы запускали, в Шымкент запускали, в Усть-Каменогорск запускали, хорошо. Но этих билетов уже... По мере высвобождения вагонов будет, всегда будет такой. Это каждый раз так практикуется. Рахмет, Арайлым. Рахмет, спасибо всем большое. Басқа сұрақтарыңыз болмаса, осы мен брифингті аяқтаймын. Рахмет. Сау болыңыздар.